Ага. Супер. Ребят, после просмотра некоторого рода видео у меня что-то такие мысли. Смотрите, вот машина стоит, вот она стоит. Вот здесь трасса, здесь вот это вот место, здесь в этом месте мы одни, здесь больше ничего нет. С какой целью люди припарковали здесь машину, куда они пошли? Почему машина пустая, куда ушли из нее люди? Здесь нет магазинов, здесь просто трасса и вот этот памятник, на котором мы тут решили затусить. Мы здесь находимся одни. Ну, типа, если в туалет, то тут рядом есть торговый центр, если дальше проехать, туда можно было в туалет зайти. Почему здесь стоит эта машина? До свидания, мозг. Где хозяева? Что они ее тут кинули? Причем кинули на солнце. То есть, если они пошли, ну, типа, в парк народов, вот этот вот дружба Армении и России, ну, типа... Окей, почему на солнце кинули машину? Есть гораздо лучшие места здесь, где можно было оставить машину. И мне так странно, типа, зачем они ее здесь оставили? Где хозяева машины? Ворост. Ворост, супер.